Начинаю занятие с бицепсов. Это одна из слабых моих сторон. Бивни хочется иметь побольше. Поэтому я начинаю согласно принципам приоритета с бивни. То есть пока я свеженький, пока я не уставший, поднимаю. Поднимаю. Добавляю. Вес был 27, на 5 килограмм стал больше 32, так примерно. Без особого фанатизма, в принципах здорового атлетизма, тянем. Хорошо протянули. Протянули хорошо. Без фанатизма. Так. Второй подходик с этим весом. На бывне, тянем. Хорошо тянем. Прибавим еще по маленькой прибавим. Это сколько у нас тут прибавляется? 2,5 прибавляется. Ну, грубо говоря, здесь примерно 35 килогерциков. Весочек готов. Пожилой атлет готов. Остается вздрогнуть остается, и поехали. Хорошо. Запетерились. Что? Приятно почувствовать, это в суставах я не чувствую какой-либо боли, которая возникала раньше. Даже от этого упражнения бывали разного рода боли. Не будем мы слишком тут
А сразу же на второй подход и перейдем к следующему упражнению. Хорошо. Хорошо, хорошо. Не будем злоупотребляты, потому что есть такое понятие. Чем ты больше занимаешься, тем больше надо времени тратить на то, чтобы поддерживать свою форму. Поэтому должен быть такой интересный компромисс. Компромисс должен быть. Фу! Тренинг перед обедом. Предобеденный тренинг. Предобеденный тренинг для аппетита. Предобеденный тренинг для аппетита. Интересное такое упражнение я делаю. Комбинированное. Подъем на бивни и жим. Вес 8 кГ. Теперь с весом 14 кГ. А если это 12? Угу. Итак, 15 кГ. Можно ли судить по этому весу 15 кГ, что, допустим, я сделал вдвое больше или нет? Так, это теория. Почувствовалось у плечах. Избавиться от чего-либо хронического очень сложно. Но можно. Очень сложно. Но можно. Можно, можно, можно. Знание плюс терпение
плюс действие в соответствии с сознаниями. И проблемы становятся позади. У меня практически нет особо времени на тренировку. Поэтому с перерывами придется, так сказать. Поэкономить на перерывах, на отдыхе. Вот это я талию себе сделала. Сердце тук-тук-тук-тук. Ровный, здоровый звук. Сердце тук-тук-тук. Задесятерили. Двадцать один кг. Или нет, 20 кг. 20 килогерц. Итак, предстоит сцепиться с этим весом. 20 килограмм. Важно, чтобы запал был, желание. Запал желания, и тогда цепишься в гантели, в штангу и давишь. Итак, вес готов. Атлет подготавливается. Есть первый подход. Ремень душит. Итак, без фанатизма. Но с азартом. Поднимем этот весочек. Чуточек поднимем этот весочек. На той тренировке я по 6 сделал. Невероятно трудно развивать границы своих возможностей на 2 раза. Ой, надо себя заставить.
Это. Ух, это. Фу. Без хамонатизма. Просто без фанатизма. Теперь вот отжимания. Мои отжимания. Мои отжимания — это вам не золотой стандарт Шредера. Это, можно сказать, стандарт пожилого пердунчика. Смотрите, как это делается. Тело ровное, внизу никакого читинга нет. И далим руками. Грудником и трицепсиком. Стандарт пожилого пенсионера. Смотрите, тело ровненько, далим только руками. Плечо практически как и локоть, а то может быть и ниже. Грудник работает. Отлично. Пожалуй, можно прибавить. Повесим пятачок. Ремешок у меня специальный. Пятачок. И я уже делаю с весом. Отжимания пожилого пенсионера. Персонального. И поехали. Отлично. Последний подходик. Четвертый. И это радует. Жимлёжа. Силой бивни. Это вам не техника. А сила рук. Ё-моё. Голая сила рук. Чистая сила рук.
Вот. Вот так вот, вот. Навесим полтосик. Полтосик навесим. Вес так приятно поддался. Мышечная радость меня охватила от подъема этого веса. От того, что я могу поднять столько в таком темпе. Радость, радость. Еще десяточка, 70. Отдохнем чуточек побольше. Сделаем еще один кружочек. Поспешай медленно. Мудрость древних. Разомнемся еще на нем разочек. Никаких каких-то неприятных ощущений в области плеч нет. И это радует. Получается, что тренировка на седьмом десятке, это не столько ты там что-то там развиваешь, жмешь, а это какое-то преодоление своих немощи, боли. Умение как-то все это вылечить. Стать таким, каким ты там был с 20 до 30 хотя бы. Вот. Вот так вот, вот. Вот так вот, 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 вот. Жмем, да? Да сделаем еще два подхода на 70 по 5 и хорош. Не будем искусать судьбу. Вроде жмется нормально, ничего нигде не болит, не лозит. Главное без фанатизма. Без фанатизма, но здоровый задор должен быть. Я думаю, этот подход выжать 6 раз, а следующий, последний, 8 раз. Делайте ставки, господа. Ставки приняты, ставок больше нет.
подножку судорога хочет захватить. Не дам. Вес готов. Атлет готовится. Прошу заметить, пожилой атлет. От 60 до 70. Хорошо почувствовать такой же задор и запал, который ты имел в 15-летнем возрасте, когда там сцепился с этими железками, вот такой вот. А сейчас ты уже, вау, вот такой. И сохранить вот этот юношеский задор, запал, это дорогого стоит. Итак, ставки сделаны. 8 раз. Ставок больше нет. Настроиться. И сцепиться, радость, сцепление с весом. Ты будешь с ним бороться. Будешь с ним бороться. Себя преодолеть. Преодолеть себя. Вот так вот это и делается. Сердце. Заминка на 60 килограмм. И хорош. Сердце призывно забилось. Ой, вот эта тренировочка. А поставлю-ка я еще меньше. В охотку с прохладцей. В пол напряга. Жму трицепсом, трицепсом. В охотку. В охотку, знаете, так. В охотку, это очень важно. Пожать в охоточку. В охоточку. Хорошо. Животик. Пара-тройка подходов. Да и хорош. Ядрёна выш. Без хванатизма. Без хванатизма. Без хванатизма. Без фанатизма, без фанатизма, но регулярно.
Но регулярно. Но регулярно. Финиш! Прошу обратить внимание на кожу. Кожа-то стала почище. Это уже хорошее достижение в плане общего оздоровления. Чище кожа. И это хорошо. С ногами и головой.